приветствует канал «Мошенники, аферисты, фармазоны». Канал «Мошенники, аферисты, фармазоны» рад приветствовать своих зрителей. Здесь вы сможете услышать только фрагмент этого ролика. Полный ролик ищите на Дзене, либо на новом ресурсе «Платформа». Платформа, кстати, если не полностью идентична YouTube по функционалу, то, во всяком случае, очень сильно напоминает его. Рекомендую. Ссылки в описании ролика и канала, а также в закрепленном комментарии. Внимание, мошенник Рот Рулетки на линии. Алло. Алло. Константин Анатольевич, добрый день. Добрый день. Вас приветствует специалист Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Меня зовут Алексей. Ваш страховой полис был успешно обновлен на новый формат. Теперь это будет пластиковая карта без фотографий с QR-кодом. Уточните, как удобнее вам будет забрать полис? По почте России, заказным письмом или в поликлинике в регистратуре? Я не заказывал ничего. Да, это ваша страховая компания направила запрос на фонд ОМС для обновления вашего страхового полиса, так как с 1 июля вышел федеральный закон номер 365, где сказано то, что каждый житель Российской Федерации обязан обновить свой страховой полис, как в нем улучшили защиту и обновили его формат. Я денег на нем не храню. Что там защищать? Я же не знаю, еще раз говорю. В нем обновили его формат. То есть раньше у вас там был штрих-код на обратной стороне, а теперь у вас будет QR-код. Если у вас была до этого пластиковая... Так у меня и был QR-код. Нет, у вас штрих-код. Нет, у меня сагазовский этот самый, там QR-код лепят. И у вас он идет с фотографией. А вам нужно забрать без фотографий. Срок действия старого до какого времени еще? До 1 сентября. До 15 сентября. До 15 сентября. Я как-нибудь подойду. Это ко своим этим, да, сагазовцам? Да, да. Нет, это смотрите, мы его направляем ваше либо в поликлинику, в регистратуру, либо в почтовое отделение, куда вам будет удобнее подойти. Направьте в поликлинику моей участковой. Я там все равно появлюсь в ближайшее время. Понял вас. Хорошо, я в таком случае регистрирую получение страхового полиса в вашей поликлинике. Вам в течение 3 рабочих дней поступит смс-уведомление от вашей страховой о том, что ваш полис был доставлен. Вам при получении полиса в поликлинике будет необходимо иметь с собой паспорт и регистрационный номер, который я вам направил. Проверьте, смс-уведомление поступило? Сейчас. Да, проверьте его, проверьте смс-уведомление. Пока нету. Что-то сбросился куда-то. А как он хотел дальше разводить, не совсем понятно. Алло. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Меня зовут Дарья. Звоню вам касательно медицинского полиса. Он был у вас уже успешно обновлен на новый формат. Теперь у вас будет пластиковая карта без вашей фотографии с QR-кодом. Уточните, вам полис куда направить? Заказываем письмо на почту или поликлинику в регистратуру? Так, а я ничего не заказывал. Что за обновление? Почему? Куда? Это совсем дура, что ли? Вообще никаких возражений не должно поступать. Потому что мы сразу сбросимся, потому что мы тупые. И нас вчера в кресло посадили. Мы, конечно, удивительные придурки. Элементарно, если ты собираешься сидеть на вот этом месте, то ты должна понимать, что у тебя будет хоть какое-то возражение. И вот она сливается сразу, даже не научившись это возражение обрабатывать, отрабатывать. Ну и мельчает век,
мельчает идиот. Вот. Чего же мы хотим от идиота? Быть ниже нормы. Вот его работа. Он на конфликт с эпохой не идет. Мельчает век, мельчает идиот. Алло. Алло. Кто это, я слышу? А мне нужна Марина, я могу услышать? А вы кто? А вы кто? Ну, я тот, кто вам отвечает. А вы кто? Я так, кто вам звонит. Ну так у нас, я ничего не пойму. Тут вот, какие-то мужики названили, теперь уже бабы взялись звонить. А ну представьтесь, уважаемые. Если хотите, конечно, нет, ее услышать. Хо-хо-хо. Алло? Алло. Михаил Васильевич, добрый день. Добрый день. Вас приветствует специалист Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Меня зовут Алексей. Ваш страховой полис был успешно обновлен на новый формат. Уточните, как удобнее вам будет забрать полис? По Почте России с заказным письмом или в поликлинике в регистратуре? В смысле на новый формат? Что за формат? Ну, ваша страховая компания направила запрос на фонд ОМС для обновления его, так как 1 июля вышел федеральный закон номер 325, которым говорит о том, что каждый житель Российской Федерации обязан обновить свой страховой полис, так как в нем обновили его формат и улучшили защиту. То есть ранее заместо у вас был штрих-код на обратной стороне и фотографии. Теперь у вас будет новый формат, это будет без фотографий, и на обратной стороне у вас будет QR-код. Я не понял, а кому моя фотография помешала? Ну, Михаил Васильевич, на данный момент я не могу отвечать на такой вопрос, потому что, ну, я... Так, а как вы... Это, ну, вообще, на уровне законодательства вышел федеральный закон, значит, его обсуждали, принимали где-то в парламенте. Ну, конечно. И на уровне парламента кому-то помешала моя фотография. Ну, это не только ваша, Михаил Васильевич. Ну, это всех жителей Российской Федерации. Ну, у меня, собственно говоря, не знаю, в курсе вы или не в курсе, то я восстанавливал свой этот полис, перед тем, как операцию делали, мне, сейчас скажу, в апреле делали операцию. Я. Вот балбесы, их зашуганные, всратые, вообще ничем нельзя их трогать, иначе они сейчас сбросятся. Любое возражение не отрабатывают никак. И это мошенники? Это вообще не пойми кто. Внимание, мошенник Рот Рулетки на линии. Алло. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С вами связывается специалист Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Меня зовут Елена. Звоню вам касательно медицинского полиса. Да-да, вы что-то хотели сказать? Нет, вы меня разбудили, я просто... Я слушаю. Может, давайте я вам перезвоню. Ну, чтобы еще раз меня разбудить. Я вообще-то с ночной пришел. Вы мне скажите, что нужно, и все. Новый формат как будете получать? По Почте России или в поликлинику направлять? Если вкратце. Да, вы понаправляете лучше в поликлинику, там разберемся. Поликлинику по месту жительства. Да, а вы как там, в регистратуре или куда? В регистратуре, да. Ну, у нас, наверное, как бы, я там уже получал эти самые бумажки, ответы с Минздрава, все получал. Вот, вам при получении, вам в течение 3 рабочих дней придет смс-сообщение страховой компании о том, что полис доставлен. То есть, вы после этого смс можете идти получать полис. Вам с собой нужно будет иметь паспорт и регистрационный номер. Регистрационный номер я вам сейчас направлю, закреплю в системе за вашим именем. Шанат Николай Владимирович, 24.12.1965 года рождения. Все правильно, да? Вообще-то 67-го. Почему 65-го? Я 65-й сказала? Да. Ой, я ошиблась, прошу прощения. Ну, да... Ну, паспорт взять, ну, возьму, да. Так, смотрите, я вам направила регистрационный номер от страховой компании вашей. Он вам придет через портал госуслуг.
Соответственно, там должно быть написано госуслуги восстановления доступа посторонним не сообщать и цифры. У вас есть возможность во время звонка смс просматривать? Там есть возможность. Одним глазом. Просмотрите. Одним глазом. Посмотрите, там должно быть написано госуслуги восстановления, посторонним не сообщать, и тот номер, который, по которому будете получать полис. Якобы. Госуслуги восстановления доступа к учетной записи. Записи, да. Код никому, не посторонним, тут вообще никому не сообщайте код. В плане, да, никому не сообщать, естественно. Ну, хорошо, потому что есть. Вы получили, да, его? Да. Все, отлично. Вот этот номер тогда дублируйте, я его вношу в систему, и по нему получаете полис. Что? Ну, хорошо, ладно. Дублируйте, я имела в виду озвучивание. Так сказали, что не озвучу. А я какое отношение к этому имею? Это ж ваш медицинский полис. Мы сейчас с вами занимаемся оформлением этого полиса, чтобы вы могли забрать. Ну, я об этом всем, девушка. Я не разбираюсь это, ну, в тонкостях. Я, ну, как? Вы разбираетесь? А что нужно-то от меня? Ну, приду, получу. Это говорит тот номер, который я направила вам. Вам направила его система. То есть я вас спрашиваю, чтобы вы озвучивали. Я с вами вместе сейчас на линии закрепляю его, и по этому номеру вы получаете полис. Я его так это вход в мои госуслуги. Причем здесь госуслуги? Ну написано. Ну, я сейчас еще раз посмотрю. Ваш новый полис также нужно закрепить, естественно, через госуслуги, так как это является все-таки документом. Ну сейчас. Мне написано в госуслуги. Ничего там про страхование. Конечно, госуслуги там написано, я же вам только что сказала. Ну, вот. А там то есть медицинские ничего не приходило такого. Что значит с медицинским? Ну, только от госуслуг пришло. Ну, я же вам сразу же сказала, вам придется от госуслуг. Да. Я вам вкратце рассказала, что там будет написано. Ну, я прочитал, все, там как написано, так я делаю. Так, я вам заранее тоже предупредила, что ни посторонним, никому, в принципе, его не сообщать нельзя. Ну... Но мы с вами сейчас занимаемся оформлением полиса или нет? Ну, вы для меня, собственно говоря, есть посторонние. А какого отношения вы имеете к моим госуслугам? Вы же мне не жена, не наложница, не любовница. Я вас ничего не запрашивала, никакой информации я вам сама могу предоставить, понимаете? Ну как, не запрашивали, если запрашивали, вы говорите, дублируете, то все. Так это не ваша личная информация. Ну, если не ваша, то ну, и не смогу я вам сообщить ни мою личную информацию. А в таком случае, что мне принимать отказ от полиса? А какие еще варианты? Ну, варианты это в течение недели вам нужно будет найти ближайшее ОМС, приехать туда самостоятельно. ОМС это что найти ОМС? Какой ОМС? ОМС это обязательное медицинское страхование. Там, где я полис получал, в этих самых, в страхменовских? Нет, найдите в интернете ОМС. Ну хорошо. Что, на ближайшее в любое, что ли? А оно в любом будет? Да. А, то есть он как это в электронном виде, а там потом мне его распечатают или что? Нет, вам все так же нужно будет заняться таким же оформлением, каким мы сейчас занимаемся с вами по телефону. Подождите, ну смотрите, полис приходит в вещественном виде. Вот если он приходит по почте, то он либо на одно отделение почты приходит, либо на другое, либо на третье. Если я приду в какое-то другое отделение, то он его там не будет. Он будет ждать меня в другом отделении. А тут как я приду в ближайшего ОМС, если он будет физически находиться в неближайшем ОМС? Как я это будет? Я вам говорю форму получения перед получением полиса, перед направлением.
идет определенная процедура. Я вам только что ее объяснила. Мы с вами проговорили даже ее. Я, наверное, девушка, просто вот, ну, пока еще не проснулся. Я, с одной стороны, хочу, конечно, закрыть этот вопрос. А с другой стороны, как-то вы так говорите, что я ничего не пойму, чего, куда и как. Что именно непонятно? Давайте я вам еще раз расскажу. Ну, там мне, честно говоря, так боязно вам называть код, потому что там, я ж тут же сейчас же все уже знают, уже с последнего утюга сказали, что ну, так и так. Все-таки новости смотрим. Да, что мошенницы из Украины там, в общем, вымучивают коды от госуслуг. То есть никому не говорит. Но с другой стороны, ну без полиса что же как бы никак. Не попить без полиса, не поесть, на воротах вывеску не прочесть. Ну а как это все увязать вот одно с другим, мне так и непонятно. Ну, Николай Владимирович, я вас понимаю, я же говорю, я не могу вас уговаривать. Вы спросили, а какой второй вариант? Я вам сказала, какой второй вариант. Ну ладно тогда, что, я тогда найду какую-то эту там, что там надо найти. ОМС, ПМС я заберу. Хорошо. А, все. До свидания. До свидания. Спасибо за звонок. Пожалуйста. Алло. Я слушаю. Ну-ну. Алло. Добрый день. Добрый. Беспокоит вас оператор мобильной компании МТС. Мое имя Дмитрий. Как вы меня слышите? Ну, ничего. Связь более-менее. Проводим продление действия договора на обслуживание вашего номера с окончанием 2072. Я напоминаю, что действие договора истекает сегодня. Желаете ли вы далее пользоваться этим номером? Да буду пользоваться, ну что ж. Вы, конечно, как компания и связь не очень, но остальные еще хуже. Ничего не очень. Что бы вы хотели поменять в нашей компании, подскажите? Не, ну, вы знаете, как в народе МТС переводится? Но мобильные телесистемы. Это он у себя мобильные телесистемы переводится. А в народе называют связь «мать твою сука». Чего? Вот так. Связь плохая. Ну, так с покрытием там проблемы. У вас мегафон, в принципе, мегафон вас обгоняет. Очень скоро вы потеснитесь с этого места. Ну, мы на данный момент просто устанавливаем телевышки точно так же по Хабаровскому краю. Возможно, у вас и связь в связи с этим и некорректно работает. А, ну, может быть, да. Это же как... Вы же как устанавливаете? Старую телевышку собрали все гурьбой, да. Старую телевышку завалили. Ну, да, и потом по кирпичику новую восстанавливаете. Пока, да, пока... Я не могу как-либо что-то поменять. Пока верхний кирпич не положили, у всего города паршивая связь. Я понял. Вы правы. Смотрите, нам необходимо на данный момент обновить договор на обслуживание вашего номера телефона с окончанием 2072. Договор истекает сегодняшним днем. Желаете вы его продлевать? Ну, продлю, а куда же от вас деваться-то? Отлично. Тогда укажите срок, на который будем продлевать. Имеет возможность на год, на 3 года или максимум это на 5 лет. Максимум на 5 лет? Ну давайте на 5. Отлично, полагается вам тогда скидка в размере 50% на последующие 4 пополнения абонентской вашей платы. Желаете ли вы воспользоваться этой скидкой? Ну конечно, конечно. Ну, то есть последующие... Подождите, а если у меня автоплатеж стоит, то как мне воспользоваться? Что-что? Если мне автоплатеж стоит, оно мне автоматически подтягивает 600 да, рублей. Да. Как мне воспользоваться да, этой скидкой? Автоплатеж у вас подключен, но, соответственно, на вашу основную плату. У вас в автоматическом порядке, то есть скидка активируется сейчас. Смотрите, я направил вам смс.
У меня по системе отображается, что на данный момент, то есть смс вам поступит в течение 2 рабочих дней, и скидка в автоматическом порядке подключится. Так а как эта скидка будет действовать, если у меня автоматически банк перечисляет каждый месяц 600 рублей? Он и будет перечислять 600 рублей? Ну, тогда у вас на балансе будет, соответственно, 600 рублей. Ну, а тарифная стоимость будет у вас другая. Так, а как-то вы можете сейчас отменить это все дело, чтобы мне мариновать деньги на этом, на балансе накапливать? Отменить автоплатеж, да, мы можем, но это же, вы же сами подключали. В принципе, ну да, мы сможем. Ну, подскажите мне, как мне сейчас, я в этот самый зайду, сейчас, подождите секундочку. Но это через личный кабинет совершается. Да, но я понимаю. Что у вас личный кабинет. Сейчас грузится этот личный кабинет. Так, мой МТС, расходы, каталог и поддержка. Куда тут заходить? Мой МТС. Так, ну, так, да, дальше. Давайте, в принципе, я сейчас вам просто-напросто направлю смс с официальной линии МТС. Там будет указана вам 4-значная комбинация, скидка в автоматическом порядке подключится, автоплатеж я точно так же в автоматическом порядке уберу. Так как у вас скидка на 4 месяца, у вас будет автоплатеж, 340 рублей у вас будет автоплатеж. Так а как вы в автоматическом порядке его уберете? Ну, по системе. Ну, как это? Ну, в системе укажу, чтобы списывалось вместо 600 рублей 300 рублей. А где мне вот сейчас, я в этот зашел уже в этот личный кабинет, где тут, где я подключал, вообще не помню. Где-то подключал, а где не помню. Смотрите, у вас там, вы на главной странице сейчас? Ну да, мой МТС. На главной, вот, у вас там, где баланс, у вас там автоплатежи, наблюдаете раздел? Нету. Вот 600 рублей траты на период 8.36. Да, да, все верно. Смотрите, и чуть выше глазки, понимаете? У вас там, где баланс отображается, наблюдаете? Ну, баланс по вашей симкарте. Там не баланс, там моя фотоморда. Ну, еще чуть ниже баланса, смотрите. Вы нажмите, нет, постойте, нажмите на себя там, на профиль. Ну. У вас откроется профиль ваш? Так, настройки аккаунта. Перейти в основной профиль, переадресация вызовов, добровольная блокировка, выйти из аккаунта. Куда теперь? Сейчас, секундочку. Отключить вам необходимо, да, автоплатеж? На главном экране, рядом с балансом, нажмите кнопку пополнить. Видите? Так, сейчас вернусь, пополнить. Да, способы пополнения. Так, да, автоплатеж. Автоплатеж, да. Нажимайте на кнопку автоплатеж. Автоплатежи скрыты. Которые хотите. Да. Так, все, я понял. Внизу экрана еще действия, видите? Внизу экрана, ну да, вижу. А, все. Вот слушайте, как есть. У вас это все неудачно реализовано? Это капец какой-то. Неудобно, да. Если вы даже это не умеете реализовать, то не буду я ваш номер продлевать. Нафига мне такая заморока? Ну, смотрите сами. Тогда я данный номер перенаправляю в блокировку, правильно понимаю? Да, перенаправляйте куда хотите, все. Все, хорошо, до свидания. Да, до свидания. Так. Ладно, поставим на паузу, что-то не звонят. Внимание, мошенник, рот рулетки на линии. Алло. Добрый день. Добрый. Вас приветствует оператор мобильной компании МТС. Меня зовут Дмитрий. Проводим продление действия договора по вашему номеру телефона с окончанием 7888. Напоминаю, что действие договора истекает сегодня. Вы желаете далее пользоваться данным номером? Ну, конечно, давайте продлим. Хорошо, в таком случае, на какой срок вы желаете продлить обслуживание? Имеется возможность на 1 год, на 3 года или максимум на 5 лет? Ну, на максимальный давайте. Хорошо, процедура продления полностью бесплатная, она займет не более пары минут вашего времени. Подскажите, у вас есть вопросы по нашей компании? По МТСу? Да.
Ну, в принципе, нет. Ну, а что-то какие-то новые тарифы, там, скидки у вас есть? Раз уж вы дозвонились. Смотрите, а подскажите, сколько вы платили за данный тариф? То есть, сколько вы сейчас платите за данный тариф? 600. 600 рублей. Я так понимаю, вас не устраивает цена тарифа, правильно? Не, ну мало ли, не то чтобы не устраивало, но если есть что-то подешевле, там у меня основной контент, основной это трафик, вернее, тратится на YouTube и на Telegram. Их как-то можно подключить так по-льготному там за 10 рублей Да, в месяц. конечно, смотрите, то есть, да, можно, конечно, смотрите, то есть, я так понимаю, вам недостаточно интернета, правильно? Ну, да, за интернетом же отдельные деньги взимаются. Ну, желательно как-то Да, минимизировать смотрите, то есть, расходы. но мы можем, смотрите, сделать вам подключить безлимитный интернет на ваш тариф, то есть, вы будете платить, по-моему, 650 рублей, то есть, за данный тариф. А так, чтобы, ну, это на полтиннику увеличивается. А так, чтобы Да, то же самое было, только еще уменьшилось. Что-то такое. все точно так же, только вам плюс 50 рублей за безлимитный интернет будет направлено. Ну, я понимаю, а так по какой-то акции провести, чтобы не больше на 50 рублей, а меньше на 50 рублей, так не Я вас получится? понял. Да, конечно, можно, смотрите, то есть можно поменять минуты и безлимитный интернет, то есть вам будет эта стоимость 550 рублей, то есть где-то либо 500, либо 550 рублей, то есть все зависит от того, что вы сейчас скажете, то есть на какую сумму вы рассчитываете. Нет, а как в смысле поменять? Как поменять минуты интернет? Я обращусь в технический отдел, они вам сразу поменяют безлимитный интернет на... У вас были сколько гигабайт интернета, подскажите? 35. 32 гигабайт интернета. То есть они на 35 будут переключать на безлимитный интернет. Так я ж тогда больше платить буду? Нет, смотрите, вы будете платить, то есть у вас занимаются... как сказать, минуты, и у вас, соответственно, будут безлимитный интернет. То есть у вас просто снимется минута и все. В смысле, с ними будут меняться интернет на минуты? Да, все Так я верно. потом кому-то перезвонить захочу, а мне скажут, все, досмотрелся своего Ютуба, Нет, смотрите, все. то есть мы также можем вам предоставить тарифный план МТС сделать там. То есть вы сами выбираете безлимитный интернет, либо же гигабайт интернета, то есть и сами минуты. Уже О, эта вот это стоимость будет дело. Вот данного это. тарифа будет 500 рублей. То Вот это есть вы разговор. видите. А можете мне сразу сейчас сбросить на переход эту смс-ку, на перевод на этот самый, я потом выберу. Смотрите, то есть нельзя скинуть смс-ку, то есть можно в личном кабинете. То есть пуш-уведомление, вам поступает пуш-уведомление, вы просматриваете данные пуш-уведомления и уже меняете свой тариф. Сейчас, секундочку. Так, где этот? Захожу я в этот в личку. Так, вот этот. Мой МТС, расходы, каталог, поддержка. Куда дальше? Прошу прощения, сейчас минутку. Вам сейчас поступит данная комбинация, то есть, чтобы мы поменяли вам данный тариф. Сейчас вам поступит от МТС четырехзначная комбинация. Так, хорошо, Подскажите, жду, поступила? жду. Пока нет. Меня по системе отображается, что СМС вам было уже направлено. Ну, не знаю, где-то застряла по дороге. Ну, сейчас. А, Вы в сообщении? что-то пришло. Да, Так. хорошо. Указывайте по две цифры, чтобы я все-таки вам тарифный план изменил, и мы уже с вами, так скажем, продлили договор обслуживания по вашей сим-карте. Ну, тут ваш пин-код 4-0. У нас не может быть 4-0, так как это неверный код данной Ваш комбинации. пин-код 4-0 за сообщение. Прошу прощения, это вам какое сообщение поступило? От МТС, вот то, что пришло сейчас. Текст сообщения. Ваш пин-код 4-0.
Нет, смотрите, то есть ваш... Там должно быть код. То есть не пин-код, а код. Что за код? Код СМС. На, для того, чтобы мы тарифный план вам поменяли. То есть мы сейчас... Код на смену тарифного плана? Да, все верно. Нету пока. То есть это номер заявки на изменение тарифного плана. Так, сейчас, секундочку. А, ну, вот еще какая-то. Так, а тут вход в личный кабинет. Да, все верно. То есть мы сейчас так в личном кабинете, то есть, смотрите, то есть в личном кабинете мы управляем вашим личным кабинетом и сами уже меняем данный тариф. Так а что мне туда входить, я уже в нем сижу. Вон я смотрю. Нет, смотрите, то есть мы технический отдел перенаправил вам данный код СМС, чтобы вы поменяли данный тариф. То есть без данного кода СМС вы не поменяете данный тариф, и вам не поступит пуш-уведомление. Так это, ну, написано, что это код для входа в личный кабинет МТС. Да, я уже верно, в нем, я уже вошел. Все верно, то есть в личном кабинете, это как пуш-уведомление, то есть это шаблонное СМС-уведомление. Ну, я в этом не разбираюсь. Вот, честно говоря, у Мегафона все как-то проще сделано. Да, я понимаю, смотрите, но у нас регламент этой такой компании, я, честно, без понятия, что с этим делать. Хорошо, указывайте в линию по две цифры, чтобы я вам поменял тарифный план. Так это код для входа, я вошел уже, я вошел. Нет, смотрите, да, я вас понял, вы не понимаете. Смотрите, это номер заявки на, да, я понимаю, смотрите, это номер заявки на того, что, чтобы вам технический отдел поменял, то есть данный тариф. То есть они сейчас вас переключают на безлимитный интернет, и вам поступит... Так, номер заявки, он же по-другому приходит. Номер для смены тарифного плана. Вот так там написано. Что вы перепутали? Да, но это у нас шаблонное СМС-уведомление, так как у нас таких СМС-уведомлений не поступает. То есть, ну как не поступает? Я когда тариф менял, мне поступало номер для смены тарифного плана. Просто у нас сейчас регламенты новые, и, честно, я сам без понятия, как они так сделали. Я вообще без понятия, честно. Хорошо, смотрите, тогда также обязан вас уведомить, что согласно постановлению Роскомнадзора статьи 44 Федерального закона 126 о связи от августа месяца мы обязаны осуществлять проверку сведений об абоненте. Первичная проверка показала, что на сегодняшний день ваши данные не актуальны, то есть информация у вас неполная. Подскажите, как давно вы обращались в салонской связи для авторизации ваших данных? Сейчас скажу, это был конец апреля, я тогда покупал этот Samsung Z Fold. У вас же в МТС я покупал со скидкой, все оформил, все проверил через паспорт, через все, симки эти взял дополнительные, через акцию. Все, в конце апреля я у вас там был. Я так понимаю, в конце апреля этого года, правильно я так понимаю? Ну, конечно. Ну, конечно. Я вас понял. Смотрите, просто у нас сейчас не обновлены данные по вашему номеру телефона. И поэтому нам необходимо произвести актуализацию данных через единую систему идентификации и аутентификации, дабы вы сохранили доступ к текущему номеру телефона. Поэтому я перенаправляю запрос специалисту портала госуслуг для отправки вам одного смс-уведомления с номером заявки на обновление ваших данных. Подскажите, подождите. Подождите. Да. Что у меня там неактивно, активно, неактивно? У вас не все данные по вашему номеру телефона. Я так а каких данных не хватает? Системе, что ваш номер телефона зарегистрирован на женщину. То есть и я думаю, что я сейчас не женщина разговариваю. И ребята, вы там что-то чудите. Вы там что-то чудите. Какая женщина? Какой этот самый? Я тут у вас был недавно. Вы что, не можете там все нормально в базу внести, что ли? Прошу прощения. Смотрите, переходите в ваше СМС-уведомление. Вам поступил номер заявки на актуализацию ваших данных от официальной линии госуслуг на ваш номер телефона с окончанием 7888. Да как такое вот, может данные... быть, что вы вообще в базах у вас какой-то бардак полный творится? Как вы можете прошу меня на женщину, если я тут недавно, я же... В конце апреля, да, сколько понимаю, тут? Два месяца прошло, смотрите, с половиной. Подскажите, почти. Поступило СМС-уведомление? Для того, чтобы мы осуществляли сведения об абоненте. Так я сейчас вам назову, вы опять вот что-нибудь начудите, опять я у вас там
каким-нибудь нет, этим у вас, холодильником по базе сами пройду. Закрепляют ваши данные, то есть госуслуги закрепляют ваши данные, и уже технический отдел МТС туда не имеет даже значения. Сейчас то есть, этот самый. Я проконтролирую, сейчас. И вы оставайтесь со мной на линии, я с вами актуализирую данные, и мы также вам будем присылать новый договор обслуживания на электронную почту. Сейчас я, да, сейчас я вас там какую-то женщину я по базе прохожу, назову номер, буду проходить утюгом с керамическим отпаривателем по вашей базе. Я думаю так, мне вот эти ваши МТСовские фокусы уже надоели, если честно. Подскажите, вам поступило? Я, наверное, буду на Билайн переходить, надоели вы мне. Я понимаю, но данный номер телефона вы все равно должны продлить, так как у вас не актуальные данные. Зачем мне продлевать, если я на Билайн буду переходить? Я понимаю, но данный номер телефона таким образом будет заблокирован. То есть, если вы не продлеваете договор обслуживания. Подскажите, смс-уведомление вам было уже направлено? Ну, а как вы заблокируете, если я сейчас подам на переход, короче, подам? Я также могу, смотрите, то есть, я... именно сотовый оператор мобильной компании МТС, я то есть просто обычный сотовый оператор. Я также могу вас перенести на Билайн, вы сказали, да, я так понимаю? Ну да, сейчас заполню себе я вас могу также, заявку. То есть, перенести вас на Билайн, с МТС на Билайн, да, я так понимаю? С МТС на Билайн может перенести только Билайн. Вы же не Билайн? Нет, смотрите, сотовый оператор также может перенести вас с МТС на Билайн. То есть вы сейчас сведения об абоненте, смотрите, и вам для этого поступило смс-уведомление с номером заявки на актуализацию данных, чтобы вас перенести на Билайн. Я вообще, вот я сейчас думаю, даже не на Билайн перейду. Перейду на Киевстар. Переходите. Ну, вот, оператор, конечно, говно. Алло. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Энергосбыт вас приветствует. Мое имя Александра Сергеевна. Связываемся с вами касательно постановления на замену счетчиков электроэнергии. Подскажите, уведомления уже просматривали? Уведомления где? Вам месяц платежка было направлено уведомление, то, что подошла ваша очередь на замену. Чтобы вы связались по телефону и договорились, когда вам придут счетчик сменить. Так как до 2025 года обязаны заменить все старые счетчики на счетчики нового образца, которые будут автоматически передавать показания в энергосбыт. Ваша очередь подошла, но вы не оформили заявку на бесплатную замену. Уточните, будете менять порядки очереди или потом самостоятельно за свой счет? А за свой счет это сколько там по деньгам? 14 тысяч счетчик. Потом сколько? 7 тысяч, 14 тысяч. Обалдеть, а что так дорого-то? Ну, новые технологии установка, то есть также присутствует, и также провода. А нахрена мне надо на новые технологии за 14 тысяч нужны? Потому что из-за распоряжения. Хо-хо-хо. Мы отключились. Уважаемые подписчики и гости канала, вы прослушали часть ролика. Полный ролик размещен на нашем Дзен-ресурсе. Ссылка в описании ролика и в комментариях.